чем с компа, но тем не менее лучше, чем ничего. Сейчас я подожду, как начнется. Так, сейчас я попробую еще микрофон чуть погромче сделать. Так, settings, devices. Раз, два, три, раз, два, три. Еще раз проверка. Ну, микрофон у меня просто соневский, он херовый. Ну, хоть какой-то. Так, сейчас я поменяю название. В принципе, да, что слышно и слышно. То есть я мог дальше не стримить и играть один, но вот решил постримить. Почему бы и нет? Пацаны попросили в этой самой в конторском телеграме. Вот. Я прохожу сейчас войну империи против Stormcloak'ов. Мне сейчас нужно. Сейчас покажу куда. Мне вот нужно дойти вот до этого трактира и найти тут курьера Stormcloak'овского. Либо вот до этого трактира, и тут тоже его найти. Но я так понял, что мне в оба надо по-любому. Я в Скайриме не люблю делать фаст-тревелы, я люблю реалистичность. Даже несмотря на то, что мне надо с одного конца карты в другой идти, я все равно иду пешком. Фаст-тревел не моя тема. И я люблю еще ложиться спать ночью и просыпаться утром. Сейчас вот 6:34 в Скайриме вечера, поэтому мне уже где-то через часа, часов 5 надо, где-то уже ночлег будет найти. Ну, я как раз до трактира уже, наверное, и дойду. Я прохожу уже третий раз, по-моему. Я первый раз прошел на PlayStation 3, второй раз на PlayStation 4. Сейчас такие моды всякие покачал. И сейчас вот четвертый раз прохожу, то есть третий. Так, это бандидан или нет, можно понять. Да, потому что не видел, не помню. I've been hunting and fishing in these parts for years. Take a look. Типа только вот так, жрачку. Стой, волчара. А, не попал. Ну что, волчара, иди сюда. Come to папа. Сложность, по-моему, дефолтная, я ничего не менял. Так, пожрать можно? Так, сожрем сразу. Рога! Все сожрем! Так. Где-то. А он ходит наверху. Блин, сюда я, наверное, не попаду, но поближе попробую.
А какие моды поставил? А сейчас покажу. В основном чисто косметические. Я вообще удивился, то, что на PlayStation моды можно ставить. Это дико классно. Продлевает жизнь игры конкретно. Я думал, только на компе так можно. Вот, Obsidian Weathers. Чисто погода. Improved Skyrim. Immersive Citizens. Ultimate Kills. Вода, леса и тоже погода и освещение. Ну, как бы дефолт. Но игра так достаточно преобразилась, учитывая, сколько раз я в нее играл, уже, блин, все наизусть знаю, и внешний вид чуть-чуть преобразился, и уже как-то плюс-минус такая, как будто бы новая игра. Так, ну где там Бадригана? Вот шуршание снега, вот раньше не было в Скайриме. Вот я мод поставил. И вот такой вот этот звук. Раньше ты везде одинаково плюс-минус ходил. Ладно, не буду с бандитами возиться. Побежали дальше. Чё, пацаны, как вы после вчерашнего? Кто, так сказать, участвовал по полной программе? Албанец дальше пошел на днюху, свою днюху с предками праздновать. Он говорит, что у него там вроде марафон опять. Отморозок. Вот небо такого цвета иногда становится. Вот раньше, ну, этого не было в оригинале. Вот я моды поставил, типа всякие северные сияния там появляются. Ну, прикольно, для разнообразия. Мне нравится, как в принципе он выглядит. Сейчас я еще раз посмотрю на стриме. Ну, не прям, конечно, идеально выглядит, но достаточно неплохо. Ратмир! Что? Поехали. За сколько она проходится? Ну, основной квест, который тут, кстати, не самый-то и главный, можно пройти. Ну, я видел, там спидраны за час чуваки проходили. Но это основной квест, и если его, ну, не спидранить, а нормально проходить, ну, можно день на это посвятить. А если еще все квесты, а это на самом деле, вот только тогда ты игру как бы вообще поймешь, то, ну, блин, чувак, тут уже все от себя. Вот, если играть как я, вот так вот ходить, не фаст-тревелить, ну, можно, блин, бесконечно проходить. Я, несмотря на то, что два раза ее прошел, до сих пор что-то новое мне открываю. А какими сырниками ты кормишь свою семью? Это утренний прикол в конторском чате. И если ты еще не подписан на него, то подписывайся. Телеграм-канал под видео. Хотя тут все есть телеграм-каналы. Я в Инстаграме не делал анонс стрима, так что я думаю, тут сейчас все 25 человек. Так, вот я уже близко пришел к первому трактиру. Идем в кабак. Во, вот такой дымки тоже не было. Ну, типа, добавили. Классно. О, как раз 8:47. Я тут переночую. К
Ли, круто было бы жить в мире Скайрима. Тупо некогда задумываться о смысле жизни. Тебя там убьют в первый же день, если ты пить будешь. Ну, смотря где жить. Если у этих седобородов, то там можно как раз о смысле жизни думать. В этом монастыре их. Блин, классная музыка. Еще я люблю такие, знаешь, подыгрывать как бы игре. Типа вот зашел в бар, вот просто посидеть. Такое, ну еще, пацаны, давай, рассказывай. И посмотреть на буханку хлеба и на пустой... пустую тарелку, пустую чашку. Блин, так тепло, я просто чувствую эту теплоту. Вот этот мех, дерево, вот это все. А звук огня, и вот он сзади горит. Ах! Такие, сидим, короче, в трактире. О, пойду с этим конторщиком посижу. Поболтаем. О чем Смотри, я встаю, и он садится. Типа, нельзя вдвоем сидеть, но это... О, погоди, погоди. О, все отлично. Ну что, давай поболтаем, братан. Ты часто сюда приходишь? Ты видишь еще бары где-то? Куда мне еще ходить пить? You see any other inns around here? Where else would I go to drink? Ладно. What do you want? Пей дальше, мы уже вчера свое выпили. А как мне, собственно, курьера найти? А, наверное, через бармена. Бармен. Так, сейчас, погодите. Одно сообщение. Боец, блядь, вылетает под свой музон, тёлка что-то на рандоме, собака, мама сказала не покупать, в маленькой хате живёт, тачка тройка, всё. Так, всё, я вернулся, пацаны. Ладно, hello there, traveler. Come to the night gate for food or lodging? А, ну вот, можно у него как раз спросить про курьера. I tend to keep my patrons' privacy. Ага, не хочет говорить. Ладно, сейчас мы на него наедем. Я прокачал себе скилл уговоров, по-моему. Бабки я не буду ему платить. His life is in danger. Persuade. I don't have any time for this. I can get rough with you if I have to. Вежливо ему сказать или жестко? Ладно, давайте попробуем вежливо сначала. Yeah, sure it is. You don't fool me. Ага, you don't fool me? Fuck. I tend to keep my patrons' privacy. Now, that won't be necessary. He was here, but he left. If you leave now, you can probably catch him. Or you can just wait here. He'll be back soon enough. Anything you need, just holler. А, можно либо за ним пойти, либо подождать. Сколько время? 9:49. Ладно, пока давайте переночуем. Need a room? Or maybe... Да, давай. Sure thing. It's yours for a day. Спасибо. Anything you need, just holler. Че, с открытой дверью тут спать будет? Погоди, или это моя комната? Нет. Нет. А, наверное, это. Да! Так, закройте двери, суки, я перебиваюсь. 10. Давайте поспим. Ах, 8 утра. Well Rested, отлично. Well Rested, по-моему, давала дополнительную прокачку, да? Надо посмотреть. Active Effects, Well Rested. All Skills Improve 10% Faster, да. На 8 часов. Отлично. О! Этот как раз сюда пришел. No time to talk. Out of my way. I'm not here to talk. I'm here for those documents. Давай документы. We'll see about that. Воу-воу-воу-воу! Ричнига! Так, погоди.
Дай-ка я тоже сейчас свою кувалду достану. You wanna play? Let's play! Да. Кто еще? Дал? Что ты лезешь? Я не хочу пробил. Ну, ладно, ты сам полез ко мне. Нихера себе он был. Все. И бармен такой: нормальная ситуация для моего бара, все нормально. Так, стрела нам надо, это все нам надо. Так, все фигня. Так, документы. Resistance courier patch brings documents to принести. Пойдем. Так, все, браток. Я пошел. Ах, зашибись. 8:23 утра. Тут скорее. Мне, конечно, в Скайриме нравится больше не зимние пейзажи, а такие более такие лесные, сухие, такой, где вот сухой лес. Тут идем еще. И никаких пост. Делать поменьше фреймрейта. Давайте попробуем чуть поменьше качества сделать, но, блин, чтобы хотя бы не под. Да-да-да, я сейчас это сделаю. Сейчас я прерву. А погоди, может сразу это можно сделать? Input audio, display message, нет. Ладно, надо завершить, ладно.